конец 2019 года. Произойдет обрушение финансовой системы Соединенных Штатов Америки в связи с невозможностью обслуживания внешнего долга и резким сокращением добычи сланцевой нефти. Начало массовых беспорядков в ряде южных штатов на фоне тотальной безработицы и ряда разрушительных тайфунов. Попытка введения военного положения и начало гражданской войны на этнической основе. 2020 год. Распад Соединенных Штатов Америки на три крупных конфедерации штатов. Ряд северных штатов присоединились к Канаде. Мексика захватила территорию Флориды и часть Невады. Аляска добровольно вошла в состав России, так как прекратилось любое снабжение и всякая связь с США. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций перебазировалась в Китай, в Гонконг. 2021 год. Ряд ближневосточных государств объявили войну Израилю, который обратился за помощью к Евросоюзу. Совет Европы решил не принимать участие в данном конфликте, так как на тот момент большинство государств Евросоюза оказались перенаселенные беженцами и мигрантами из мусульманских стран. Был прогнозируем внутренний протест в самом Евросоюзе от этой части населения в случае вступления в войну. Война продлилась с февраля по июль месяц 2021 года. Израиль применил ядерное оружие на Голанских высотах против объединенной группировки мусульманских стран. После этого в войну вступил Пакистан и нанес ответный ядерный удар в район Мертвого моря, который полностью осушился. Под давлением мировой общественности к сентябрю удалось заключить мирное соглашение с разделом Израиля и Иерусалима и образованием государства Новой Палестины. Большинством радиационных осадков после ядерных взрывов выпали в акватории Индийского океана. 2022 год. В начале марта в Сибири, в городе Тобольске, неожиданно появляется человек, именующий себя учителем. Он начинает творить многочисленные чудеса на глазах у тысячной толпы, исцеляет тяжело больных, воскрешает мертвых, летает по воздуху и ходит по воде. Он объявляет о приходе новой эры Водолея для всего человечества. Русская православная церковь спешит объявить о втором пришествии. Вскоре к ним присоединяется Ватикан, другие христианские течения, а также иудеи. В Тобольск прибывают многочисленные делегации из мусульманских, индуистских и буддийских стран, которые присягают на верность учителю. В мае собирается экстренное заседание Организации Объединенных Наций, на котором учителя объявляют правителем всей земли. Первым декретом он отменяет все религии и объявляет
поклонение единому Творцу и архитектору Вселенной. Учитель обосновывается на острове Мадагаскар, откуда осуществляет правление всеми материками. Наступает эпоха всемирного благоденствия без войн. 2023 год. Происходит полный отказ от углеводородных видов топлива. В массовое производство активно внедряются ранее запрещенные энергетические установки холодного синтеза и преобразования мирового эфира в электричество, что полностью перекрывает энергетические потребности Земли. 2024 год. Полностью побеждены все известные болезни. Внедрены системы, помогающие омолаживать любой организм, что позволяет людям практически жить вечно. Проблемы с продовольствием полностью закрыты путем внедрения новой линейки качественной синтетической пищи, которую невозможно отличить от настоящей. В тот же год появляется транспорт на антигравитационной основе, позволяющий отказаться от строительства любых дорог. 2025 год. Полностью восстановлена экология Земли. Заново восстановлены ранее исчезнувшие виды животных и растений, вплоть до эпохи динозавров, которых можно теперь наблюдать и изучать в специальных закрытых парках. Стали массово появляться города на гигантских плавучих и летающих платформах, где проживает основная часть населения. Старые города в основном используются в качестве музеев. 2026 год. Установлен прямой контакт с разумной подводной цивилизацией, имеющей крупные поселения на дне океана между Африкой и Антарктидой. 2027 год. Будут упразднены последние объединенные вооруженные силы и уничтожено все оружие массового поражения. Полностью ликвидирована денежная и банковская система. Любой жизненно необходимый товар или продовольствие можно получить абсолютно бесплатно. Весь тяжелый и однообразный физический труд будет полностью роботизирован. Люди будут в основном заниматься творческой и научной деятельностью. 2028 год. Темпы роста численности населения существенно сократятся за счет переосмысления целей развития человечества и осознанного контроля рождаемости. В тот же год произойдет полное свертывание всех космических программ. Будет обнародована новая доктрина мироустройства для широких масс, которая ранее скрывалась мировой элитой. Будет объявлено, что наш мир является плоским, и космоса как такового не существует. Мы находимся под гигантским куполом, за которым простираются бесконечные воды мирового эфира, в котором находятся такие же бесконечные по разнообразию миры, подобные нашему. Между мирами можно перемещаться через особые порталы, которые находятся в Антарктиде. В конце 2028 года
состоятся первые открытые перемещения обычных людей в другие миры через эти порталы. 2029 год. Будут рассекречены технологии, позволяющие заглянуть в прошлое и будущее, не перемещаясь в другие эпохи. Как в машине времени, а только наблюдать за прошедшими и грядущими событиями через специальные приборы хроновизора. 2030 год. На территории бывших Соединенных Штатов вспыхивает массовое восстание, сопротивление существующему режиму. Восстание поднимут адепты мирового масонства во главе с рептилоидами, которые в начале правления учителя массово ушли в подземные города, построенные в начальной эпохе под американским материком. Восстание будет успешным, и им удастся полностью захватить власть, так как сопротивления им оказано практически не будет, ввиду того, что все оружие и армии были уничтожены. Учитель и большая часть населения Земли успеют переместиться через порталы в Антарктиде, в другой, новый, еще незаселенный мир, где начнут развивать свою новую счастливую цивилизацию. С 2030 года на Земле воцарится прежний порядок под управлением масонов и рептилоидов. Горстка населения, оставшаяся на Земле, будет отброшена в своем развитии примерно в Средневековье. Все прежние города и блага цивилизации будут разрушены и уничтожены. Научные знания и наработки засекречены. История человечества будет развиваться вновь практически с феодального или даже рабовладельческого строя. В легендах и эпохах разрозненных народов этот период будут упоминать как великую жатву. Так завершится очередной цикл развития человечества.